Ну что ж, дорогие друзья, всем привет! ESL Frankfurt, квалификация, команда, которая побеждает в этой встрече. Кстати, встреча будет идти по системе BO5, это гранд-финал квалификации. Команда, которая побеждает, попадает во Франкфурт и там будет сражаться со всеми остальными. Я думаю, стоит, наверное, немножечко показать, что там, в принципе, было в целом по квалификации. Кто, где и как играл, там, потому что квала проходила у нас по нескольким регионам. Сейчас я наберу Майлу и немножечко с ним, я думаю, об этом поговорим. Оп-оп-оп. Привет, Майл. Привет. Так, я тут хочу зрителям показать, что было во всех квалификациях. Я сейчас вот так вот, вот выделю. Могу тебе ссылочку тоже дать. Да, у меня, в принципе, все есть. Тем более, что большинство из них я наблюдал своими глазами. Ну, наверное, есть смысл сказать, что команды Na'Vi и Lions были приглашены на турнир с самого начала. Команды Fnatic и Mousesports отобрались через первые европейские отборочные. Cloud9 отобрались со второго, скажем так, этапа. Evil Genius поедут из Америки. Invictus Gaming из Китая. Ну и вот сейчас последние отборочные, последняя команда определится. По иронии судьбы, ну на самом деле не по иронии судьбы, а просто по справедливости, это будет тоже китайская команда Vici Gaming или LGD, которые заняли третье и второе место, соответственно, на своих квалификациях и обыграли все команды достаточно легко, в общем-то. Да, ну в принципе, я думаю, теперь уже примерно зрители понимают, во всяком случае все те, кто вдруг не наблюдал и не был в курсе того, что происходит. И БО-5! Китайский БО-5! Либо мы сегодня с тобой будем сидеть часов так 12 до скончания. Да, возможно и такое. Да, потому что это же все-таки китайская дота. Да, но нет, ты это комментировал? Это же... Как тут вообще игры проходят? Это уже Vici. Да, я на самом деле собирался рассказать. Все началось у нас с Vici Gaming Invasion. Vici Gaming играли в стиле Na'Vi вчерашних на D2CL, первую половину первой игры, но потом собрались, затащили первую игру, а во вторую они взяли Пугну и ДК. Ну, как бы, ты знаешь, наверное, как играют Vici Gaming с Пугну и ДК. Это жесть. Ломают все товары, просто сносят. Далее была игра Side против Arrow. Side удивили, на самом деле, они выиграли первую игру у Arrow. Arrow — это финалисты... Победители квалификации азиатской. Да, 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 там они второе место заняли. Не, они первое. MVP второе. А, да, 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 да. Вот. Ну, Arrow во второй игре вообще играли плохо, но Side все-таки им победу каким-то образом отдали. Там ошибка была. Я уже не помню точно, что было, но я точно помню, что повезло просто Arrow. Ну и в третьей игре Arrow додавили. Ну, LGD покер это просто два Royal Flash от LGD, и весь покер закончился на этом. И Титан против MVP. Здесь, в общем-то, Титаны тоже подфидели где-то, но MVP они обыграли. В втором раунде Vici Gaming дали слабину против Arrow, но, в общем-то, победу 2-1 легко одержали. А вот LGD Титан, это вообще было интересно. Вообще, Титаны показали прикольную игру против MVP. Объяснили ребятам, что такое Тини с Блинкдаггером и без всяких там виспов. Ну, с первой доты. Наверняка ты помнишь, как это все выглядело. Да и, в принципе, и сейчас в пабликах юзается Toss Avalanche, море урона. MVP этого, кажется, не знали, и поэтому Юматех там просто бегал, всех уничтожал. Ну и LGD Титан, вот это, конечно, была очень крутая игра. В первой игре Титаны взяли какой-то супер гангающий пик, типа Сларка, Никса Ассасина, а LGD взяли Трента Протектора и Лича. Игра была, с одной стороны, безумно скучная, но с другой стороны, вот настолько стальная просто оборона от LGD. Титаны вообще ничего не могли сделать. Сларк бегал по карте, он не мог вообще никого найти. Он натыкался на эти ТВРа, натыкался на каких-то героев, которые его разбирали. И, в общем-то, супер дисциплина от LGD здесь взяла верх. Я бы вообще поставил в этой паре на них. Ну, мы сейчас посмотрим, что там на Dota Lounge. На Dota Lounge тоже огромное количество людей сделали ставочки. И 43% на Vici Gaming и LGD 57. Вот так вот. Я просто после игры еще так в Твиттере почитал. Ни одного меня впечатлило. Там действительно многие, скажем так, деятели Доты были впечатлены игрой LGD и говорили, что они там молодцы, красавчики. Но вообще, по этой квалификации я могу сказать то, что у меня сложилось впечатление, что вот азиатская квалификация International, именно не китайская, а азиатская, она была самая слабая.
Ну, потому что, ну, ребята, ну, вообще ничего не показали. Arrow это просто... Тогда я вот поэтому-то и... Ну, то есть Arrow это вообще забей. Там MVP, Arrow, MVP они понятно, ну, по понятным причинам плохо играют. Arrow по непонятным причинам плохо играют. И там вообще там оранжи всякие и так далее. Это отдельная история. Тут я смотрю, уже Лич забанен на второй стадии, как раз таки, походу, то, о чем ты рассказывал, тренд плюс Лич, комба, которую лучше не отдавать LGD. Я скажу про LGD, мне не очень понравилось, как они выступали на китайской квалификации, хоть они там и выиграли, все нормально, но мне так себе, в общем, они отыгрывали, я думал, у них уровень игры пожестче будет. Ну, может быть, они на тот момент были там мини-собранные, сейчас будут показывать более лютую катку, потому что если они попадут, ну, вообще любая команда из этих, которая попадает на ESL Frankfurt, с одной стороны, это хорошо, потому что ты потренируешься, это будет очень такая серьезная проверочка перед International, но с другой стороны, International будет прям практически сразу после ESL, и не устанет ли команда, хватит ли сил? Ну, сохранить, да, это... так скажем, форму, чтобы на International, ведь это самый главный ивент. Ни один ивент даже рядом не стоял. Согласен, это большой-большой вопрос. Ну, посмотрим. Вообще, вот по последним именно играм, те, что я смотрел, жестче LGD в Китае впечатление оказывают только Ньюби, которые вообще как с цепи сорвались. Я не знаю, там директору, видимо, его жена жалуется, что он денег домой мало приносит, и он просто там... мутит какие-то интриги, вот эта новость, что они как бы забойкотили ДК, никто с ними не Ну, играет. Это вообще, конечно, это, ну... Я, конечно, все понимаю, там, типа, все способы хороши, но не до такой степени. Это директор, он вообще там просто... Это от директора можно ожидать всего. Вот я уверен практически, что Ньюби на International будут всех разносить, потом директор купит рапиру какую-нибудь там на Dark Series, сольет ее, и они просто после этого ни одной игры не выиграют. Так, ну что, пройдемся по панапикам. Батрайдера вместе с Мираной банят VC Gaming. На второй стадии Лич плюс Брюмастер. Пикнули Инвокер, Энчантрас и Дазл. То есть, ну, такой довольно агрессивный пик с хорошим пушем за счет Энчи Дазла плюс Инвокер, я так понимаю, у нас будет. Ну, пока еще это китайский Инвокер, он может быть и квасовексовый, и экзортовый. Тут, не знаю, VC Gaming взяли Дарксира. Я пока не вижу комбу под этого героя. Просто взяли Дарксира, может быть, как раз-таки Инвокер будет через эти... Ветерки? Ну, да, там... Ну, в общем, в принципе, у Инвокера, через что бы он ни играл, всегда есть какой-то прокаст, который под Дарксира более-менее. Но это не то, что я ждал. Ну да ладно. LGD Gaming отвечают Ликаном Трентом. Взяли Вич Доктора, это, наверное, один из лучших суппортов против Энчантрас. И забирают Пака. В миде Пак против Инвокера. Ну, оба героя одинаково стоят, поэтому здесь... будет решать скиллуха. Если не пойдут против Ликана на изи лайн, ну, точнее, получается, в хард, но тут уже есть инча, получается, они не пойдут против Ликана. Это не самое хорошее, что может быть. Дарксира в харде, по идее, тоже цеплять нечем. Тренд, Вич Доктор не самые противные герои для ДС, он там как-то может выкручиваться. Но у ДС, в случае чего, в лес свалить возможности особо не будет, так как там инча. Ну да ладно, пока далеко вперед забегать не будем. Tidehunter Last Ban от VC Gaming и LGD отвечает Dragon Knight. По последним пику остается командам. Да, ДК и Пугна, как мы видим в бане, в общем-то, я думаю, что любая команда в здравом уме вообще будет банить хотя бы Пугну против Вичи, ну, видя, что это Пугна к ним заходит, потому что ты можешь не забанить Пугну, а потом сидеть и считать, сколько у тебя товаров уже упало. Очень они сильно играют с этой Пугной, ну, как бы нужно умение действительно играть в такую стратегию, оно у Вичи великолепно. Это, наверное, самая сейчас опасная команда с фастпушем. То есть опаснее я не могу выделить. Ну, может любая команда попытаться зарашить, но тем не менее. Сейчас Вичи забирают вот такой вот пик, то есть Инвокер, Сларк. Я бы не сказал, что для них характерный этот пик. У них вообще такие, ну, несколько стратегий, скажем так. Это супер для шторма и игра через него, это фаст-пуш, и это, ну, всегда какое-то давление, в общем. Сейчас они забирают вот такую какую-то интересную комбинацию героев, то есть... Взят Дарксир, но под что он взят, не совсем понятно.
Да, вот прям вообще непонятно, под что он взят. Чисто просто Дарксир, который, наверное, быстро будет фармить меку. И под пуш он типа подходит неплохо. Но в целом, пик VC Gaming, единственное, что нужно LGD, это вначале совсем много тверов не потерять. Ну а дальше Ликан там какие-то айтемы себе выфармит, и как только они выиграют хотя бы один файт, Ликан снесет всю базу. Ну, опять же, тут last пик. Пока еще рано что-то прогнозировать. Тренд Witch Doctor 2 очень хороших суппорта, как на затяжную игру, так и на какую-то быструю каточку. Тут last пиком будет ясно, чего они хотят. Но тут какая-нибудь, как по мне, ну в хард нужно что-то. И... Только что. Да, интересно, кстати, LGD последнее время очень свапаются много ролями. То есть у них Яо играл на кэрри гирокоптере в миде, вот как раз-таки в полуфинале. Бэтрайдером играл Рэббит, и там вообще совершенно... А, нет, в харде он кэрри гирокоптером играл, но практически соло хард Рэббит играл у нас на кэрри. Рэббит вообще последнее время как с цепи тоже сорвался, потому что, ну вот, LGD, их состав был в прошлом году, это Xiaowait, DD, DDC, Yao и Сайлор. Вот, кстати, твой хардлайнер, которого ты хотел увидеть. Да, взяли они Кентавра. Ну, я хотел сказать про Кентавра, но такой себе... В общем, такой, как по мне, выбор не самый лучший. Если его не будут подпускать на лайн, а по идее там есть чем его не подпускать на лайн. Но с другой стороны, там Enchantress, она будет только выходить. Не, все правильно сделали LGD. Они же будут, VC Gaming, по сути, должны будут пушить. И там буквально какая-то помощь от Witch Doctor, плюс Living Armor от Трента. И весь этот пуш будет захлебываться, а Кентавр в это время будет получать экспу. Но это при лучших раскладах, если его, конечно, там как-то не бахнут. Посмотрим, как будет игра складываться. Да, действительно, посмотрим. Ну вот, LGD поменяли свой как раз-таки вот этот вот состав. До сих пор я каждый стрим рассказываю, но у тебя на стриме еще не рассказывал ни разу, потому что впервые, как Сайлор ушел из LGD. Ходят об этом слухи, ну вообще прям слухи с официальными новостями были, то есть никто это не подтверждал из игроков, но тем не менее, что Сайлор думал, что его кикнут из команды, хотя это было не так, и он просто ливнул оттуда, чтобы его не кикнули. Ну, бред. Хотя, ну, Сайлор такой игрок, которого вряд ли бы кто-то кикнул. А вот Xiaowait действительно ушел. Ну, скорее всего, там тоже его не кикал никто. Скорее, просто деньги хорошие предложили. Но я, честно говоря, этому был рад в любом случае, потому что команду LGD я... У тебя как вообще с дотой? В смысле, все хорошо. У тебя нормально юниты бегают? Да, у тебя спайки? Дикие. Есть один способ такой. Можно попробовать... Ну, совсем только не отключайся, выйти, эту же игру загрузить в Dota TV и зайти обратно. То есть, у меня 301 ms ping, ну я сейчас попробую просто зареконнектиться. Ну попробуй, да. Вполне вероятно, что поможет. Я такое помню, я такое... Это китайские сервера, это нормально. То есть у меня вот сейчас нету, но не факт, что у меня это не появится по ходу игры. Это вполне нормальная ситуация. Такое у меня было на китайских квалификациях, на азиатских. Да, у нас там как-то, ну, на Инте были вот эти квалы, там тоже такие проблемы были. Причем мы сидим, два компа рядом, и один и тот же интернет, все, но у одного лагает, а другого не лагает. Что-то мне не повезло. Да, ну у тебя, если сейчас не перезайдут, тебе надо будет загрузить в Dota TV игру, потому что такое тоже бывает. Вот мне это 100% помогало, то есть я выходил, грузил игру в Dota TV, ту же самую, но я так понимаю, даже не важно, ту же самую или нет, важно что-то другое прогрузить, возвращался и минут 5 смотрел практически без лагов, потом опять начинались лаги и полная борода происходила. Так это полная борода, меня не хочет запускать. Эй, да, борода. Ну это тоже, такое тоже у меня было, то есть когда ты первый раз пытаешься зареконнектиться. Короче, тут нужно потанцевать немного с бубном. Ну, пока у нас пауза как раз поставлена Сайлором. Ой, отлично. Озвучу быстренько, кто на ком играет. Сайлор, соло, мид, инвокер, что интересно. Против своей бывшей команды, кстати говоря, играет. Ротикей, хардлайновый Дарксир, Фенрир на Дазле, FY на Enchantress, и Супер играет на Сларке в легкой линии. У LGD Яо играет на паке в хард-линии, DD играет на тринте в легкой, Лин играет. Вот как раз-таки опять Лин сел на кэрри, а Рэббит сел на Кентавра. Причем в легкой линии играет все-таки у нас Кентавр, что интересно. Тут напихали, конечно, Роткус, просто все хп из него выбили под хаулем. Итак, кэрри, Кентавр на легкой линии, Ликан в миде от Лина, да, и здесь вот... Такая штука, которую использовали на самом деле ВП. И вот я в этот момент я понимаю, что действительно кэрри Кентавр, он зачастую гораздо интереснее выглядит, чем
Кентавр. Так, паузу сняли, да? У меня все равно... Ой, короче, чертовы китайские сервера, идите знаете куда с такой работой. Там полная борода, да. Так, я поставлю, тут, наверное, качество соединения еще можно поставить какое-нибудь кривое, например. Может, оно сработает, низкое, что будет? Вау, у тебя там просто телепортируется дузел. Ну давай попробую, короче, сделать то, что ты там сказал. Так, сейчас тогда обратно вернем качество соединения. Сокое. Вот за ж отстой. Да, это... Трансляции... Где... А, ну вообще есть где-то, да? Ну, есть вот, Эльфран. Вот, смотреть. Сейчас попробуем. Да, тут пока у нас по-прежнему 0-0 в игре. Инвокер фармит, Ликан фармит. Ликану, конечно, не так хорошо. Я у себя чувствую хорошо на хардлинии. Вот, ну, законнектился. Блин, в Dota TV нормально, я сейчас из Dota TV пойду кастить. Переподключиться. Такой вариант, да. Интересный. Не, ну это, так скажем, запасной вариант, который вполне вероятно придется использовать, потому что, ну, а как по-другому? Делать, да. Вообще забавно, обычно в Dota TV это работает хуже, потому что... Да, да. Ну тут на самом деле все переподключаются, я так понимаю, ни у одного тебя проблема, потому что тут и Тоби, и... Да, 100%, 100% так и есть. Ну, я, наверное, типа, если... счастливчик. Ой, спасибо тебе, Майл, отличную идею подал. Работает. Все работает, да? Ну вот, отлично. Спасибо Доте за то, что она смилостивилась. Сжалилась над нами и над зрителями. Да, тут как бы 10 тысяч человек практически, что, кстати, для азиатских турниров весьма и весьма неплохо. Сейчас нас больше будет, сейчас под сотню, не меньше. Так, ну что, в миде мы видим Ликана против Инвокера. Стоит счет 0-0. Спасибо китайской доте, что тут нет никакого экшена, ничего не пропустили. Нет, ну тут такое, на самом деле, тут Фенриру, ой, не Фенриру, а Ротикею на первой же минуте лицо разбили под хаулем Трент, Кентавр и, ну, плотно. У него осталась последняя тычка буквально. Он ушел. Ну, как-то типа... так. Не отдался. Тогда спасибо ему, что не отдался. Так, и, в принципе, Дарксир на харде вроде себя более-менее нормально. Чувствует, у Пака вообще шоколад. Ты посмотри, он уже третий левел, близится четвертый. А что это с ним... Как это так у него вышло? Ну, видишь, тут толкают линию, пытаются его забрать, но он просто дает арбу, уходит в шифт, и паунс как бы не работает. И вообще, вот хардлайновый пак вот в такой доте, конечно, чувствует себя замечательно. Кстати, видим мы, что курьера убили. Я этот момент тоже пропустил, хотя, несмотря ну, на то, что я никуда не альтабился. Курьер интересный, с колечком с каким-то. Для Владимира, судя по всему, Ликану. И поэтому Ликан у нас терпит пока в миде от Инвокер. Ну, в принципе, у него есть возможность пойти в лес пофармить, что он использует. Пока вот курьер. Ну-ка, что там? Да, колечко. Ну, такое, так скажем, не сильно бы это кольцо ему помогло, но лишнего бы явно не было. Пока у него тангусы есть, выкручивается. В любом случае, инвокер бы его здесь перекрипил. И мне нравится то, что инвокер идет через форж спиритов. Это очень круто. Мы будем наблюдать за пуш-дотой, за агрессивной дотой. Дарксира по-прежнему гоняет. И вот она, Энчантрас, которая не дает возможности ДСу переключиться в лес, пофармить там, поднять себе левел, а в случае пуша вернуться обратно. То есть это, так скажем, не очень приятно для Дарксира. Причем Ланему в этот момент снится какой-то кошмар, когда он видит вот такую Энчантрас, которая за 4,5 минуты не сделала вообще ничего, у нее есть смоки, у нее нету вардов в лесу, но она полностью пассивна. Если вы посмотрите любую игру ДК, там Энчантрас старается прямо с первого... Вообще, с первой минуты какой-то экшен навязать, кто бы ей в паре не был. А здесь, тем более, Дазл со вторым ядом. Иди и ганкай. Посмотри, что у Супера. Это нормально то, что он покупает на Сларке? Это вообще... Мидас. За это не убивают в Китае? Да, Мидас на Сларке — это что-то очень интересное, как бы... Но здесь нужно посмотреть, насколько сильный Сларк-то вообще у нас будет в лейте. То есть он собирается выходить в лейт, судя по всему. Но вообще Сларк не так уж плохо смотрится здесь в таком супер-лейте. Хотя вот... Когда Сларк играет против таких героев, как Тини или Кентавр, всегда это сомнительно, потому что Тини его просто из-под пассивки, из-под своей не отпускает. Кентавр тоже... Ну, Сларк просто себе лицо разобьет, атакуя Кентавра. Ну,
Типа да, я на самом деле не знаю. Может быть, конечно, если игра совсем жестко затянется, там как-то с Ларкой будет что-то делать, но я в керри с Ларкой не очень верю. Я верю в Сларка, который делает себе там быстрый Shadowblade и ходит овнит карта. Но это как бы в европейской доте китайцы-то из-под товаров своих не вылезут, плюс еще есть Ливен Армор. И тут, с одной стороны, можно понять этого Сларка, то что он не сможет гангать. Но нахрена тогда вообще брать Сларка, если Тренд Протектор был изначально пикнут, а Сларк тот герой, который должен ловить по карте, он там чем-то на Найтсталкера похож. Ловит, убивает от заблудших тотеров. Ну окей, Мидас у него на 6 минуте, так скажем, не самый быстрый Мидас, который мог бы быть... Достаточно быстро. Вообще, это мне напоминает реально игру LGD против Титанов. Там тоже играл у нас Яматех на Сларке, и тоже был вот тренд, но там был очень жесткий лейт, гораздо сильнее лейт у LGD. Здесь, в принципе, тоже у них с лейтом все более-менее, но не сказать, что он прям достаточно сильный, потому что там был гирокоптер, у соперника никакого сильного кэри не было, и все было хорошо. И поэтому там LGD вот так вот сидели и фармили просто свои артефакты, для них это было очень удобно. Но вот Вичи, сразу видно, что Вичи в этом плане поопытнее, чем Титаны, во всяком случае поумнее, не то чтобы поопытнее. Они берут Мидасы, и сейчас мы видим, что эти Мидасы, они в такой доте, когда ничего не происходит, Мидасы-то очень хороши на любом герое. Да, это самый лучший айтем. Ну, как бы ты можешь купить блинк на Сларке и просто с этим блинком бегать, ничего не делать, а ты можешь купить Мидас и фармить больше. А тут-то Мидасов нету ни у кого. Ну, я думаю, здесь LGD Gaming понимают, что они не в самой лучшей ситуации. Кентавр купит себе быстрый блинк. У Пака пока, конечно, с блинком проблемы, но у него есть очень хороший левел. Скоро подымет шестой. И Пак — это тот герой, которому, в принципе, не обязательно иметь прям даггер, да, как на некоторых персонажах. Тот же Кентавр, ему все-таки желательно даггер взять. Он становится на порядок сильнее. А Пак, он потерпит без даггера. Время придет, купит даггер, и тогда у товарища Сларка начнутся серьезные траблы, потому что с его Shadow Dance он не спасает практически ни от одного скилла Пака там и того же Кентавра. Так, сверху у нас Enchantress вышла, но вот здесь есть Witch Doctor. Вчера ты отмечал, что банки Witch Doctor станет крипов на очень длительное время, и он также неплохо контрит от всяких лесников. Ну и здесь как бы LGD отбиваются без проблем. Enchantress полностью бесполезна в такой игре, получается. Да, ну, пока... Он там что-то фармит. Пока так оно и есть. Enchantress, она не то что еще бесполезна, она еще и мешает Дарксиру. Дарксир 4 левел. Так, у нас Кентавр подрубает ультимейт, пытаются забрать инвокера. Дримкоил не разрывается, а вот инвокер разрывается. Нормально. Вот оно ФБ, Ликан его скушал, LGD Gaming вырывается вперед. И вот вместо вот этих 2000 на Мидас можно было какой-то форс купить. Ну, нет, Мидас, конечно, инвокер — это нужная штука. Попробуйте сборку героя, сборки... Что? У меня сбоку, короче, вылезла надпись, которую я не могу отключить. Это что такое? Я не знаю. Боже мой, я ненавижу эту доту уже. О, пропало. Слава тебе, Господи. Попробуй сборку героя. Так, санстрайк юзается. Чисто обработать. Да, но тут как-то дерево не очень хорошо обрабатывается. Но я вот все жду от Рэббита, что он сейчас... Ну, ультимейт у него уже зашел неплохо. У него быстрый блинк. И сейчас этот Рэббит будет объяснять, наверное... Ну, должен. Планетам. Должен, во всяком случае, потому что зачем ему этот быстрый блинк, если он его не будет реализовывать. Вот он уже куда-то пошел, сейчас Транкивил его отрегенит. Маны у него, в принципе, достаточно на то, чтобы куда-то улететь. Вопрос, куда? Но опять же, на инвокера у него нет инви за 900 хп. Тут Вич Доктор. Также Ликан. У Ликана есть только Хауль. Ну да, на топ выходить, где Сларк со своим Даркпактом и вообще три героя, как-то опасно. Дарксир неизвестный. Так, Poison Touch задоджил на топе пак и уходит спокойно. И этот ганг, он полностью проваливается. Я думал, на харде будет стоять Кентавр, но LGD Gaming, браво, они сделали очень четко. Тут не ждать, смотри, какие смока, и есть вард вроде бы, все вроде бы как видит. Инвизные волки забегают, и сейчас Кентавр будет вырываться. Время Кентавра на двух суппортов, которые стоят. Идеальнейший врыв и дабл эдж. Минусует одного, минусует второго. Ну, Сларк с Мидасом, давай. Ага. Ага, ну не, он уйдет. Он должен уйти, во всяком случае. Оп. Ага. Даже... А тут Рэббит его караулит. Опа. Тычка, прыжок, стоп. Даркпакт и дабл эйдж. Последний хит. Хорош. 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 Даркпакт отличный был такой. Карай просто терпил. Карай их. Нещадно. Ну вот, собственно, вот он, Рэббит, этот молодой кэрри, который в этом году... Год назад о нем еще никто не знал, а в этом году он уже просто режет... Не, он, по-моему, под другим никнеймом играл, я вот только не помню, под каким.
То есть, ну, Ксяутуй у него. На квали он так себя проявил. Я его начал немножечко недолюбливать. У него там какой-то кривой шторм, который не может задоджить ни одного скилла, ну, своими бывает. Прыжками. Там. Ну да, бывает, безусловно. Сейчас мы видим, что у него все в порядке, отлично ворвался. Ну и, безусловно, как бы квали-то они в любом случае прошли. То есть, его кривого шторма хватило, чтобы остальные... Как ни странно. Ну и тут просто у нас уже Рэббит огромную работу выполнил. Не знаю, что он будет собирать. Вообще в такой игре ему какой-нибудь худ бы не помешал, потому что здесь физурона-то практически нету. А вот магического урона очень-очень много. Видимо, мека будет. Куру пытаются сгрызть в волке. Ох, крит вылетает и минус кура, в которой был сайлоровский Staff of Wizardy. Вот так. О, вот. Нормально. Ну, такое. Один раз убили одни, другой раз убили другие. Ну тут, да, грейжена, и как бы чуть побольше, и там итем лежал подороже. Ну не так критично, но все равно неприятно в любом случае. Так, Сваркевич продолжает набирать себе деньги. Ну, в принципе, медосянский ему более-менее пользу приносит. Учитывая, что в данной ситуации теперь уже VG в принципе драться не могут. Да, вот это, конечно, проблема. То есть они должны были реализовывать своего Сларка вроде как гангера, но он совершенно не реализуется в такой доте. Пришлось вот так вот уходить в лейт. И, в принципе, все бы ничего, но против тебя тоже не компьютер сложно играет, и у соперника инициатива вся в руках. То есть если сейчас все будут фармить, это будет на руку Vici Gaming, но только потому, что они сделать ничего не могут. А ситуация такая, что когда LGD хотят, они фармят, когда они не хотят, они собираются, юзают смок, как сейчас, в безопасном месте, и Рэббит бежит давать уже по голове следующему герою, кто бы это ни был. Дартин там... Ага, да, ну тут его цеплять. Там Дузел на сейве. Так, дазл. Сайленс, дают сайленс. И успеет ли повесить грейв? Нет, он не успевает. Баночки летают, еще и дезвард. Это минус 2. Вот LGD Gaming. Хорош. Да, ну просто как бы хотят, нападают, убивают. Соперники просто не ожидают этого. Ну потому что тяжело ожидать. Оп, а еще один залетный. Изи мани. Дарксир вообще, в принципе, потерян в этой игре. Он не понимает, что ему делать. Он в лес пойти фармить не может, потому что там энчантрес на харде стоять нереально, так как его там убьют, ему ничего не дают сделать. И вот теперь с Мидасом Сларк и с Мидасом Инвокер чешут репу и думают, а что нам делать дальше? Так, опять кентавр, опять прокаст, энчантрес минус, покарали ее. И никого не теряют. 8-0. Просто в салатину гейминг. Да, и причем, что делать LGD? Ну, тут какое-то хорошее решение не помешало бы, которое принесло пользу, но какое конкретное решение, честно говоря, я вот не знаю, что бы на месте Vici Gaming. Ну, пойти в смоках, попытаться, может быть, кого-то убить там, ну, потому что просто так сидеть не получится. Тебе все равно будут в какой-то момент приходить и убивать. А если ты будешь сидеть слишком далеко, соперник слишком многое нафармит. Ну, безвыходная ситуация. Да, тут пока все достаточно печально. Как будут LGD выкручиваться, может быть, им самим известно, но я думаю, нам вряд ли. Я тут... Да, Vici Gaming, извиняюсь. LGD у нас все очень хорошо. Так, тут видит Сларкевич. И вот каково Сларку, интересно, на 14-й минуте видеть кого-то на карте и бояться его? Это вообще не супергерой, как бы... У него герои какие-то нападатели, либо суперагрессивные там штормы мобильные, либо какие-то толстяки типа ДК Алхимика. Ну, никак, Сларк... С Мидасом. По сути-то он был бы агрессивный, если бы купил себе Shadow Blade или Dagger или что-то типа того. Ну, не грачи появляются у Инвокера. В принципе, у него... О, слушай, он прям экзорт, именно упорный экзорт делает. Два форспирита есть, 11-й левел поднял. Но инвокер смотрится не так плохо. Рикан взял себе некра. Проблема в том, что теперь помимо агрессии в LGD, у них еще и пуш-потенциал очень жесткий. Рикан набрал 11-й левел, и он товара будет сносить в два счета. Да, и китайцы прекрасно понимают, как этого Ликана использовать. Они не идут пушить прям лоб в лоб. Ну, иногда, может быть, они будут выходить, но в основном они где-то наводят экшен в одной точке карты, Ликан пушит другую. Ну и получается так, что они убивают с одной стороны, и при этом еще падает вышка с другой. Но сейчас собрались все вместе, практически. Нету инвокера, пак тоже здесь, Дарксир снизу, Трент также снизу. Ну и, в общем, 3 на 3 сверху у нас обещает быть драка. Видит тут сатирами понемножку. Да, но что-то пока не предвещает у нас 20-часового матча, потому что все здесь закончится, скорее всего, очень-очень быстро, если такими темпами будет проходить. Как бы есть все для того, чтобы побеждать, есть пуш, есть ганг и есть преимущество неплохое. Да, то есть вот
начальное сейчас преимущество. Причем, кстати, они профукивали по золоту в 2000, а потом уже, ну вот сейчас 3000 преимущества. То есть 5000 отыграли и по XP 5000 преимущества. И учитывая, что сейчас ситуация очень располагает к дальнейшему прессингу, LGD это использует на все 100. Молодцы, пошли баночки. Попыточка эти задинать получается. И инвокера за это надо наказывать. Да, его должны убивать, повесили на него грейв. Пока живет, поставили стенку, врывается слайд. Больно вич-доктору. Вич-доктор минуса, есть первый фраг. Инвокера тоже убивают, погоня за кентавром. Бежать, бежать, бежать. Да ладно, обратились в бегство. Ты ж посмотри, Рэббит умирает, не успевает заюзать стомп. И в итоге еще и Пака сейчас заберет супер. Но маны у него хватает только на... Да-да-да, именно на Дарпакт. Хорош. Этого 3... хватает, идет дальше. Идет дальше супер, супер, есть стики, есть ПТшечка, цепляет Трента. Ой-ой-ой, как не повезло. Подхилил так, вот Дазл. Теперь все в порядке. Теперь у нас появляется интрига. Смогли Вичи Гейминг за счет стенки, за счет того, что были неполным составом у нас LGD. Трента, я так понимаю, не было в драке. И здесь они, конечно, погорячились. Ну и наконец-то смог дать Дазл свой грейв. Потому что если бы сейчас Спак опять залетел, поставил свой сайленс, там арбу. И Пак ничего, ну и Дазл ничего не успел бы скастовать, то драка бы закончилась очень быстро. Инвокер бы умер, и все бы пошло. Но крест сыграл свою роль. Он просто зарешал. Крест и стенка, два определяющих скилла, которые в этом замесе решили исход файта. 100%, если бы не было вот этого креста, не было бы этой стенки, тут бы файт закончился далеко не в пользу VC Gaming. Некро 2 появляется у Ликана. Плюс еще, опять же, тренд, да, отсутствовал. Все-таки его ультимейт — это очень важная штука. Под той же стенкой ты юзаешь ульту, и как бы эти иллюзии, они там хотя бы тебя не трогают. Ну, кстати, все правильно делают. Они опять выходят в атаку, понимая, что как бы они все делали замечательно и хорошо. Только... Ой, волка... Ой, нашли! Да, вот разведка волками. Что делает? Минуснули Дазла, и сейчас за 20 секунд спокойно сломают тауэр. Да, все-таки лейт у Вичи посильнее. Не за счет даже кэрри каких-то героев, а вот за счет вот этого Дазла. Он со своим ультимейтом в лейте просто задолбает всю команду. Под минус армором драться тяжело. Дарк Пакт успевает прожать, юзает Shadow Dance, но там Трент ультимейт нажал хорошо, очень грамотно ставится Дезвард, Сларк. Сларк попадает под этот Дезвард, понимает, что жизнь очень суровая штука, пытается уйти, дабл эйдж, тычка, еще один хит буквально сделать, Пак не отпускает. Минусует, а это у нас еще один залетный, Enchantress также умрет. Давай, давай по заднице ей. Лич Сид. Ну, оставьте... Стенки прямо происходят. Бам, оставьте Тренту фраг, ну что ж вы. Да, а, нормально, Трент убил, все отлично. А, Ликан пошел ломать. Сидом добил. Да. Там 36 дамага хватило. Ну, минусуют. 13-4. Пытаются, конечно, VC Gaming как-то огрызаться, как-то переворачивать эту карту, но пока у них не особо получается. Сейчас будет еще убитый Рошан. И вот, кстати, они один файт выиграли. Преимущество с 4000 до 2 упало, а теперь обратно к 4 близится, вот уже 5. Как бы LGD поняли, что не стоит ослаблять хватку, потому что так можно игру проиграть. Пошли в пятером атаковать. Сначала минуснули Дазл, и потом еще 4 на 5 драку их легко выиграли. Это очень хорошие действия. А вот Вичи как-то недооценили ситуацию. Они подумали, все, мы отбились, мы красавцы. Но на самом деле, то, что они отбились, им дало только вот небольшое такое... сократило отставание. Но даже если счет будет равным, все равно никакой инициативы нету абсолютно у Вичи. Они не могут напасть. Да, смотришь на этого кентавра с мекой, у него еще 2000 голды, сейчас что-то себе купит. Жир, на самом деле, у LGD довольно огромный. Там Ливен Арморы, вот этот тренд сам по себе толстый, кентавр толстый, ликан толстый. Есть только Пак, которого, в принципе, поймать не так просто. И Вич Доктор, единственный дриж в команде. Все, остальные очень толстые. Как их убивать, непонятно. Один раз получилось как-то разобрать, но, как по мне, это, опять же... Немножечко булки расслабили, там не законтролили этот грейв, и поэтому такой исход. Сейчас же будут понимать. Ну там и второй раз, на самом деле, кентавра оставили очень мало хп, он успел хильнуться мекой. То есть кентавру не хватает еще немного, чтобы прям врываться и вытанковывать вообще все, и гарантированно оставаться живым. Сларк у нас сплитпушит, и здесь отдают вышку. Очень опасно стоять, сейчас Пак ворвется, даст как... Так, а Рутикей набегает. Какой опасный Рутикей этот. Так, пошли. О, хорош, даже санстрайк тут. А, это просто, я даже не знаю. Если они убивают Сларка при помощи кентавра, то все.
Ну, там Рэббит просто разбушевался в очередной раз и объяснил Сларку, что не стоит так поступать. На руне снизу, интересно. Так. Поздоровались, разбежались. Ну да, в общем, без Сларка драться нельзя, без Кентавра тоже. Оба убегали, обе команды убегали, но все-таки Кентавр-то подходит. Ну что, сейчас будут какие-то смоки. Трент покупает Блинк. В общем, масса инициация от команды супер. LGD. Просто супер. Вот вам, пожалуйста, и терпильные китайцы. Да, как бы, когда надо... Они, на самом деле, не терпильные, они терпеливые. Когда надо, они могут играть вот в такую суперосторожную доту. Но когда не надо, они спокойно абсолютно играют вот так вот агрессивно. И когда нужно, вот, газ дает. Санстрайки там всякие. Ну, этот санстрайк вообще ничего не надамажил. Баночки. Да, тоже мало приятного. И вот так вот в наглую забирает Рошана. Ускоряется Дарксир. Будет попытка помешать. Сразу на Дарксира прыжок. Разваливают его за секунду. Прыгает Сларк. А Егис нет. Рошан еще пока не добили. Ликан уходит еле живой. Трент хорошо запрыгивает. Юзает ультимейт. Грей фешается там чуть ли не сразу. Потому что Дазл понимает, ему долго здесь не прожить. Развалили троих. Потеряли только одного суппорта. Того самого дрища, о котором говорили. И спаунс успеет ли уйти? Нет. Пак его не отпускает. Единственный живой инвокер. И это минус Рошан. Ну, в общем, в похожем стиле вчера Vici Gaming играли, и, ну, говорил я, что это не их стиль. Если они так будут играть с LGD, то ничего их хорошего не ждет. Нужно, конечно, им свою доту искать, потому что здесь они очень сильно ошиблись с драфтом, это видно. То есть играют они неплохо, в принципе, они шансы свои реализуют, где могут, но драфт настолько вот этот... Опять же, Дарксир, который взят, непонятно вообще для кого. Да, ну, полностью вообще. Полностью согласен. Он не то, что даже... Он мало того, что непонятно, кого стягивать и под кого стягивать, так еще и непонятно, как он должен, в принципе, стоять в этой игре. На харде он стоять не может, в лес пойти он не может. Вы издеваетесь, что ли? Я понять не могу. Решили просто ротко опустить сейчас, вот, чтобы, знаешь, люди, которые не шарят в доте, думают, блин, этот конченый Дарксир вообще ничего не сделал в игре. Кикните его из команды. Что-то типа того. Я думаю, сейчас половина китайцев примерно так и думают. Да, как бы. А он тупо сделать ничего не может. Да тут никто ничего не может сделать. Тут может про каждого сказать, что он конченый и бесполезный. А по факту это ошибка в драфте. И, ну, они просто смотрят, как им ломают ТВРа и лица. Да, падает тавер за тавером, преимущество растет очень серьезными темпами. Уже 12 тысяч, кентавр куда-то собрался. А, они тут решили Ротка убить. Ну, Ротк уже совсем... А вот как кентавр решил проблему магического урона, который в него входит. Нормально, да? Да, действительно, это лучше, чем... Говорят, что БКБ помогает чуть лучше, чем худ. Примерно на, там, 70%. Так. Ага. Но вообще, кентавр очень грамотно, на самом деле, поступил. Я первый раз вижу на кентавре БКБ. Ну, имеется в виду вот такое БКБ именно после даггера, меки. Раннее. Да. А, пошел метеор, уходит он в никуда. Ну, метеор, кстати, очень жесткий, максимальный дэмэдж наносит. Ну, катится недолго, и, в общем-то, опять же, вот нужно Дарксиром единственное стягивать под инвокера, под его метеор, бласт, стенку. Это настолько сложно, это будет настолько сложно без даггера на Дарксире. Ребят, хотите как бы играть на стадионе там за 200 тысяч долларов, пожалуйста. Давайте, божите, по-другому никак. Импетус... Там что-то с Dark Pact, а пока... Вот это Shadow Dance! Да, ага, руки-то трясутся у кого-то. Это уже такое, доигрывают первую игру. Да, ну, напомню ребятам, что эта встреча у нас идет по системе B5, всего-навсего первая карта. Так что, я думаю, здесь всяких разных поворотов, разворотов увидим. Да, залезает ульту. Ну, и надо как-то дефить колдснэпы. Больно ли? Ну, кентавр подрубает ульту. Прыжок. Разорвали секунду Дазла. Как раз-таки тот, кто спасать может своих тиммейтов. Теперь переключается на инвокера. ТП-аут. Инвокер уходит. Ты ж посмотри, с телепорта. Сларкевич на копеечке. Пак его тут месит. Месит пак. Последняя тычка отхиливается. Все-таки отхиливается, живет. Но пока он будет хилиться, здесь, по идее, должна упасть база. Или растянули. Нет, ну как-то так растянули, действительно, неплохо, и удается здесь отбиться игрокам команды Vici Gaming, ну, естественно, с потерями. Но там тоже Трент тоже умер. Так да, Дазл умер, инвокер-то улетел на базу, по сути, потери-то минимальные, учитывая, что там еще Shadow Dance Slark профукал. И разбегаются, вот так вот, 12 тысяч золота, 14 тысяч экспы.
Не хватило LGD, чтобы сломать Т3 Tower. Как ни странно, но продамажили, конечно, знатно. Будут ловить теперь по карте. Вот этот вардец, который, да, позволил убить Дарксира буквально там пару минут назад. Нужно сейчас опять же натыкать подобных вардов, где-то кого-то поймать, учитывая, что у LGD очень мобильный пик, они могут себе это позволить. Три даггера в команде плюс ульта кентавра. Ловят, убивают, заходят на хайграунд. Вот Дарксир, например, сейчас высунулся. Сларкевич БКБ себе фармит. Ну, с покупкой БКБ Сларк уже начнет мозги выносить посерьезней, там, потихоньку, жить помаленьку. Хотя бы будет. Да, да, да. Ну, вот он с Вич-доктором будет разбираться, у него, правда, тут же поинт-бустер, штукарь голды. Можете какой-то Огр-клаб позволить. Сейчас что-нибудь позволит. Кстати говоря, кто хочет попрактиковаться в предугадывании результатов перед Интернешнлом, перед заполнением главного компендиума года, к билету на SL1 тоже такой маленький компендиум прилагается, там тоже такие опции есть, и там как раз все расписано, кто отобрался, красиво все оформлено. Так что всех желающих. Ну и к тому же вы сможете смотреть нас, слушать нас в Dota TV. Хотя в ситуации с китайскими серверами это прерогатива сомнительная вообще, привилегия. Ну, у кого как. Там же в любом случае, когда на самом ESL будет идти, там же сервера-то будут нормальные. А там, да, там будут уже европейские сервера, но вот да. Поэтому я говорил, что только азиатская квалификация. Все остальные матчи основного турнира, где даже будут играть китайцы, они будут играть из Германии. И... Да надо им все равно китайский сервер ставить, пусть играют на своих. Там будет, конечно, не очень. Телеком там. Германия Телеком, Германия Юником. Так. Вот. Да, вот оно то самое нападение. Ну, знаешь, я, если честно, немного разочарован. Я не думал, что VC Gaming такую глупую ошибку допустит. Ну, это конец. Ну, как можно было вот сейчас потеть и вот так вот все закончить? Это просто смешно. Ну, тут разваливают одного за другим. Сларк отчаянно пытается загрызть Вич-доктора, но понимает свою ничтожность и уходит с паунса. Ну, и надо идти, надо заходить. Вот кажется, на самом деле, что LGD нападают и в секунду сносят всю команду. И на самом деле это действительно так. Они нападают в секунду, сносят всю команду. Но если их остановить на какое-то там, ну, на какие-то несколько секунд, вот этот ультимейт, вот этот первый напор, то дальше уже можно отбиваться. Но вот именно некому останавливать. То есть нету никаких героев, кто мог бы это сделать. Брейв на Enchant разживет. Вот они сейчас очень много времени тратят на то, чтобы убить Enchant. Она юзает там перед смертью свой хил. Бласт, Метеор будет. А Метеор пока не может закастовать. Стомп от кентавра, забрали Вич-доктора и Пака. Слушай, умудряются опять отбиться, Т3 Тауэр цел, Рэббит попадает под фокус, Рэббит юзает ульту, пытается уйти, но его здесь тоже не отпускает, это минус 3. Шутки шутками, а VC Gaming опять отбились. Как они это делают? Я не так понимаю. Вот о чем речь, что LGD нападают, в первые несколько секунд они вносят огромное количество урона. Но если дальше ты отбиваешься, если ты переживаешь первый прокаст, дальше уже можно драться вполне. У тебя дазл, его ультимейт тикает. Вот проблема как раз Вичи, что ну, у них нету никакой контр-инициации. Они сами напасть не могут, они всю игру сидят и боятся и ждут. И поэтому и кажется, что допускают такие вот грубые ошибки. А на самом деле этой ошибки достаточно, ну, одной. Которые воспользуются LGD, выйдут и вот так вот быстро заберут там двух-трех героев, а то и пятерых. Облепили VC Gaming сразу Тауэр, как только появилась такая возможность, идут дальше. Кентавра еще 20 секунд не будет. Конечно, тут нужно ломать как можно больше, и в принципе все еще возможно, несмотря на то, что вот так пошла броня. Броня вообще... Что, Трент будет прыгать? Ульту свою юзать? Нет, не решается. Трент... Очень хорошая позиция для ультимейта, цепляет всю вражескую команду, и Дезвард тупо не достает. Под БКБ, очень жестко продамажили Ликана, вынужден отступать. Сларкевич, у тебя же, братюнь, БКБ, что ты Дримкойла-то боишься так? Не хочет его разрывать. Тавра, сейчас нужно окончательно отступить, а вот теперь можно уже идти в контратаку вполне. Сларк так уходит, боже мой. Ротко бахнули. Сларк, да, Сларк вообще всего боится. Решили отступить, потому что там дазл пустой, у него 0 маны. У инвокера тоже 0 маны. Ну, теперь понятно, почему они все-таки отступили. Ну, слушай, они забрали 2 таура, потеряли там какого-то Дарксира, который, в принципе, потерян в игре. Это очень даже неплохо. Да, это хорошо, если мы посмотрим по графикам, там, конечно, огромное преимущество, но они 4000 отыграли фактически. Правда, проблема в том, что сейчас вот этот вот основной наскок будет прям на базе происходить. Если они его не выдержат, то это будет ГГ. Выдержат, будет... посмотрим еще дальше. Дот. Ну да, такое. Тем более, что и на топе тавер тоже очень побитый. Так, мека. Крипы там пока танкуют. Ну и не дают, конечно же, Ликану просто так бить. Тавер падает.
метеорита от инвокера. Ну, под сейф ты метеорит, под дарксир это запульни как следует. Включи Дэнди себе. Ну, видишь, такое, пока этот дарксир придет, нужно как-то отбивать линию. Ну, в общем-то, пока вроде более-менее отбиваются, опять же, VC Gaming. На соплях пытаются вытащить эту игру. Ну, Рошан. Потому что Сайлор играет на инвокере. Все-таки, я не хочу сказать, что он плохой игрок, но все-таки он кэрри. Психология кэрри, она немножко другая, нежели соло-мидеров. Ну, есть, конечно, там такие ребята, как БЗЗ, там, которые хорошо играют на инвокере. Но вот он все пытается как-то, я не знаю, по чесноку на кулачную взять Ликана, вместо того, чтобы там всех пытаться как-то очень хитро поднять. Ну, это не для инвокера, это весьма печально, особенно когда у Ликана уже есть БКБ. Кстати, БКБ он там уже юзал не раз, оно у него 8-секундное, баша появляется у Сларка. Потихоньку, помаленьку выфармливает свои шмотки. Хороший, ну, артист. И это очень важный файт. Выигрывают LGD, ломают сторону. Проигрывают LGD, черт его знает, что будет дальше. Тут еще такой неплохой юнит, кентавр. Ликана немножко торкает. Контроль просто... Команда Vici Gaming поражает воображение, особенно у Enchantress и Invoker'а, ну явно ребятам нужно собраться, и все у них будет замечательно. Так, Дарксир в позиции, у него есть форстав. Сларк пукует, танкует. Такой агрессивный форстав. Да, хочет заехать. Тяжело, страшно заходить, страшно. Ну ждут ошибок каких-то друг от друга. Обе команды в позиции, и одним и другим имеет смысл врываться, но нужно, чтобы было выгодно врываться, а не куда попало. Неплохой ультимейт на двух, в общем-то, главных героев. Это самое важное, попасть именно на Ликана и на Кентавра. Да, это не бараки, что-то начинают падать. Рыжовый барак, да, тут еще и карту хилят. Короче, решили взять измором базу соперника, не заходя на нее, аккуратненько там с умонами допушить. Так, Сларк прыгает, провоцирует Рэббита. Рэббит не повелся. Да, никто не повелся, надо сказать. Вот, и на Сларке еще теперь нападают, но его не поддизеблили. Сразу БКБ подрубает инвокер. Шива, полнейший прокаст Дазла. Дазл байбекается, возвращается обратно Enchantress под фокусом. Вакуум, стенка, стенка просто замечательная. Но хватит ли ее? Фулл хпшные игроки команды LGD сломали оранжевой барак и теперь обратились в бегство. Выбили Аегис Ликану. Милишный барак цел. Милишный барак никто не трогает. Ликана после перерождения пытается раздавить моментально, и это сделать получается. Тиммейты не сейвят. Ускоряется Дарксир. Есть у него еще форс. Форсит Сларка. Сларка подхилили. Маны не так много, но хватит на паунс. Правда, нужно еще достать каким-то образом. Как он собирается достать? Все бежит и бежит, ведь 360, там 370. Кентавр еще может 100? Да, 100. И все, догнать не удается. Ну, слушай, отбились. Милишный барак цел. Так. Сларкевич. Хекс. Ага, хорош. Вот это, кстати, очень крутой айтем. То, что пак Хекс купил. Кентавр запрыгивает по троим. Боже ж ты мой, ну что делает этот рэббит? Как он их ловит? Просто царюга. Банка залетает. Ротк без маны. Надо его допиливать. БКБ не жалеет кентавр. Инча, в принципе, ему там особо ничего не делала. Ну да ладно, там вплотную импетусы кидала. Психанул, нажал БКБ. Ему можно. Да, Рэббит, конечно, просто царит. Вот как он начал предыдущую драку на базе? Он запрыгнул прямо под Т4 за Дазлом. Потому что Дазл это основной герой, которого нужно убить первым. Он запрыгнул, он его убил. Великолепная игра. Сейчас что он вообще сделал? Так, цепанул двоих своим дримкоилом. Запрыгивает сюда кентавр. Но тут одного минус ноли. Сларкевич пока дерется. У него БКБ-ха, Shadow Dance. И отсюда его уматывает. Ну и рейнджевый барак надо сгрызать. Ликан там бежит под формой. Быстрей, быстрей, потому что время сейчас очень дорого стоит. Даже форму жалеть ни в коем случае нельзя. Надо добегать сюда и начинать грызть базу. Да, вот они, бам, бам, бам. Как же все быстро падает, подрубается глиф. Толку от глифа не так много. Немножко оттягивают неизбежное. Кентавр опять запрыгнул, моментально разрывает Дазла. Дазлу, он просто тихо ненавидит этого Рэббита на этом кентавре. Рэббит красавчик. Вот сколько он раз этого Дазла убил, и просто всю игру команде Vici Gaming поломал. Хотя Дазл-то стоял как далеко. Ты посмотри, он стоял чуть ли не на фонтане. Тогда, а он подрубает свой ультимейт, прыгает. Если вдруг с даггера не достал, то добежит. Учитывая, что там у тебя мувспид лютый, Дазл от тебя никуда не денется. Я даже не знаю, там надо какой-то смоук, какой-то форс на этом...
на Дазли иметь, либо даггер, чтобы прям вообще стоять в километре, и как только ты видишь, что нужен грейв, прыгать с даггера или с форса и грейвить. Вот только таким образом можно выкрутиться. А где взять этот даггер Дазлу, у которого там урна единственный айтем за 35 минут, непонятно.